Я обращаюсь сейчас ко всем украинским жителям, ко всем гражданам так называемой незалежной Украины. Тарасенков Михаил Владимирович родился 5 сентября 1971 года в городе Спозименск, Калужская область, Российская Федерация. В городе Луганске проживаю с 1974 года. В июне 2014 года я попал в состав батальона «Дон», которым командовал тогда Орлов, на РЛС. Обращаюсь к вам, ко всем, и говорю от лица своих боевых друзей, что здесь вы найдете только одно – свою смерть. Как бы ни страшно это сейчас не прозвучало, потому что еще полгода назад мы с вами были жителями одного государства. Обстоятельства моего задержания в настоящее время таковы, что уезжая из Москвы в воскресенье, вот, когда обстоятельства обстрела стали проясняться и выясняться после предъявления мною документов батальона Лешего, вот, казаки из 2-го казачьего батальона очень изумились и сказали, что с российской территории был отдан приказ стрелять на поражение. Вот, нам подъехала группа сотрудников МВД и ЛНР, и они стали забирать нас у казаков. В 11 часов вечера за нами приехали люди из МГБ Луганской Народной Республики, забрали нас, посадили водителя в свою машину, отдали, сдали, то есть опустили на подвал, короче говоря. Вот, где мы и провели 2 суток. 30 числа нас никто не трогал, никуда не вызывали. А утром 1 мая с мешками на головах и с жестко надетыми наручниками нас вывезли на нашей же газели на русскую территорию, сдали русским пограничникам, после чего нас в течение еще почти целого дня с мешками на головах, с наручниками на руках возили, под вечер нас привезли на то место, где мы переходили границу, сняли мешки, мы под камеру дали показания, где все это происходило, обстоятельства перехода, после чего с мешками на головах нас привезли на пограничную заставу. И там в течение всей ночи с нами работали пограничники и сотрудники Федеральной службы безопасности. Утром следующего дня, то есть воскресенье, мне сказали о том, что поскольку все остальные являются жителями Российской Федерации, гражданами Российской Федерации, я являюсь гражданином Украины, было принято решение о передаче меня украинской стороне, что, в общем-то, и было сделано. Я был доставлен на пункт КПП Чертково-Меловое, где и был передан украинской стороне. Все. У меня все. Спасибо вам, если кто-то меня услышит. А тот, кто меня не услышит, ну что ж, это его выбор. Это его. Счастливо оставаться. Чтобы было записано на обращение к украинскому народу. Да. Хоть сейчас может комментарий ему дать. Ну, могу дать, скажем так, всему этому опровержению. Но если есть возможность мне дать время подумать, то я бы еще не стал бы сегодня это делать. Ну, думаю, время еще подумать будет.